space. And I was sprung out from the earth. We laid down face to face to witness our rebirth. And I'm not Уважаемые зрители, мы с вами сейчас едем на такси по прекраснейшему городу Республики Казахстан, городу Алматы. В наше советское время называли город Алма-Ата, сейчас он Алма-Аты. Прекрасный город, южный, находится в горах, прекраснейший город. Я очень люблю его, но мне никогда не удавалось здесь побыть долго. Я всегда проездом или в командировке. Ну вот сейчас лето, даже не лето, а май, середина мая. И сегодня день очень теплый. Тепло летний практически вот для нашей полосы, Восточный Казахстан. Этот теплый день, мне очень тепло было с коротким рукавом в курточке. И мы едем на Коктабы, мне посоветовали президентский парк или на Коктобе. Но я выбрала то, что ближе, Коктобе ближе. И на вершине этой горы, это вершина Коктобе. Вообще это такие горы Алатау вокруг Алматы. И красивые очень виды здесь. И вот если подняться на Коктобе, там на вершине есть парк с аттракционами, а подниматься нужно по канатной дороге и побывать в этом парке, где есть разные-разные аттракционы и даже есть мини-зоопарк. И просто чудесные, приятные такие дорожки для, как называются в Америке, они travel, в общем, для прогулок, дорожки для прогулок. Можно там и такие мини-автобусы заказать. И еще мне сказали, что там для пенсионеров огромные скидки. Ну, посмотрим, приедем. И вот мы едем с молодым человеком. Он, знаете, такой оказался очень приятный и очень честный человек. И он мне сказал, что мы едем сейчас в Нижнем Алматы, дорога от Алматы 1, железнодорожная станция, до Коктабе. И здесь пробок почти не бывает. Вот так вот объяснил, что здесь почти по этому маршруту пробок не бывает. И вот мы едем, разговариваем о том, о сём. И я тем временем снимаю видео. Настроение хорошее, город красивый. Огромный город. Мы говорим о том, что не все, наверное, жители знают хорошо город, потому что он огромный. Он говорит, да. Ну, я такую фразу сказала, что, возможно,
жители города, даже если давно живут, не во всех районах могли быть. Потому что вот я даже по примеру, на примере нашего города, я знаю, что есть такие районы, где я вообще ни разу не была. Хотя он намного меньше. Ну и согласился со мной водитель. И вот всего за 1400 тенге такси Яндекс меня доставили к Актобе. А теперь я хочу рассказать об обратном пути. Когда я вышла с Актобе, конечно, этого таксиста не было. И как назло, я не взяла зарядку для смартфона. И оказалось, что у меня там вообще не было Яндекс.Такси в моем приложении. И ну, я решила пойти. И тем более у меня заканчивалось, там было 12% всего зарядки. И я решила пойти вниз, там, в общем, к дороге и, может быть, где-то на остановке заказать такси, проголосовать. Ну, вот как иногда я делаю в нашем городе. Ну, вот так рукой просто проголосовать. И я с трудом нашла такси, и таксист мне сказал, я ему объяснила, улица Пугачева 2, улица Пугачева, в районе 300 метров от вокзала Алматы-1, ЖД вокзала. Он мне с лету сразу говорит, 3000. Я говорю, да вы что? Я сюда доехала по Яндекс.Такси 1400. Он говорит, ну сейчас уже вечернее время. Вы во сколько ехали? Я говорю, я ехала в 3 часа, 15 часов. А теперь уже было ну, почти 19 часов. Он говорит, вечернее время, ставки другие. Я говорю, ну давайте за 2500. Он говорит, хорошо. И мы заехали. Да, он привез меня, представьте, к ЖД вокзалу. Я говорю, а почему к ЖД вокзалу? Ну, теперь вы сами здесь дойдете. Я говорю, за 2500 вы могли бы меня подвезти к гостинице. Ну, этот человек, ну, говорит, я подвезу. Я говорю, ну, вы извините, мы же так договаривались, такая цена. И этот человек вроде, знаете, такой приятный, тоже молодой, но постарше. И вот мы доезжаем до гостиницы, и он говорит, неужели вы даже 300 тенге мне не сбросите? У нас такой Каспий банк есть, и вот на телефон. Я говорю, ну, конечно, он говорит, я говорю, ну, мы же договаривались за 2500, ну, хотя бы 300 тенге, я же до вокзала вас довез, а теперь вот еще, я говорю, ну, мы же договаривались не до вокзала, мы договаривались с вами до гостиницы, ну, и так далее. Он говорит, ну, 300 тенге, пусть это будет на вашей совести. Но он стал на совести, я думаю, еду в поездку, вот он мне накаркает что-нибудь отрицательное. И я решила, я говорю, ладно, вот пусть это на вашей совести будет, вот вам 300 тенге. И сбросила ему на его карту 300 тенге. И вообще, таксисты, видите, разные люди. Есть просто рвачи. Когда мы приехали на Алматы-1 на поезде, выходим, и сразу к вагонам, это и здесь, и в Нур-Султане, и во всех городах, наверное, подходят и сразу предлагают такси к вагону. И я спрашиваю, я знала, что это близко, просто перейти вот дорогу. И я знала, и мне говорят, 3000, представьте. Я говорю, извините, ребята, но этот лохотрон, говорю, мне уже надоел. Я знаю цену настоящую. И вот вышла по лестнице, спустилась к дороге, и там ну, молодой человек тоже, он говорит, за 1000. А то, говорит, у меня стоянка 700 тенге возле вот здесь. Но оказалось, это тоже вранье. В общем, он за 1000 тенге меня подвез. В общем, у меня с такси какой-то облом был. Облом просто. Ну, вот как-то так, дорогие мои зрители. А вообще, город мне понравился. Таксисты – люди разные, хорошие, плохие. Но будьте осторожны. Потому что вот лоха, видать, издалека. Провинциала, видать, издалека. Видно, у меня вид такой... Ну, наивный, наверное, я не знаю. Но я не стала спорить, потому что я еду в путешествие, думаю, не буду настроение себе портить. Но это вот был такой минус-минус. Так что у меня, я призываю, водители, уважаемые Алматы, пожалуйста, не будьте вот такими, какими вы иногда бываете. Просто такими. Ну, может быть, если кто-то смотрит из зрителей, жителей Алматы или водителей, и вы не согласны со мной, и действительно этот маршрут от Актобе до Алматы 1 стоит вечером 2500 или 3000, напишите, пожалуйста. Может быть, я не права, но
Мне казалось, что я права в тот момент, но я не ругалась, отдала все деньги, которые он просил, 2800 обошлось. Обошлась эта поездка, а туда 1400. Вот так, дорогие друзья, вот с таким настроением, ну, с хорошим, в общем-то. Город понравился, красивый, люди, в общем-то, довольно милые. Вот. Ну, и я сужу о том, что мне сказали, когда я позвонила на Коктубе, мне сказали, что даже на маршрутке стоит доехать от вокзала 800 тенге. Ну, я поэтому думаю, я удивилась, что такси за 1400 очень недорого. Ну, бог с ним. Зато такие плюшки в виде бонусов меня ожидали на Коктубе. Смотрите следующее видео. Прогулка по Коктубе или на Коктубе, дорогие друзья. А это была прогулка на такси по городу Алматы. Всего вам доброго. Пишите свои комментарии, оставляйте свои мнения. И напишите, понравился ли вам Алматы. Вот такой Алматы. Один вот район такой. Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Я вас всех обожаю, люблю, мои уважаемые, дорогие зрители. Всего вам доброго. До новых встреч, до следующего видео. Пока-пока.